Традиционный чемпионат по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника, этакий экватор сезона. Соревнования в формате чемпионата города ежегодно собирают здесь, на мысе Кунгасном, опытных спортсменов со всего Приморья. В этот раз борьбу в течение 4 дней вели около 60 волейболистов. Ну, в основном город Владивосток, потому что это городской турнир, но он у нас открытый. Вот, есть пара Сосуриска, там еще откуда-то есть ребята, я сейчас так с находки едут. Первая группа – это наиболее сильные спортсмены, матеры уже, которые хорошо играют. А есть вторая группа, куда спортсмены рангом ниже заявляются, вот как раз молодежь, о которой вы говорите, школьники, ДСШ. Молодым ребятам с погодой не повезло, а вот старшей группе досталось палящее солнце. Классика для пляжного волейбола. Игры на этом турнире проходили с утра и до вечера. За это время свои силы здесь попробовали и мастера, имеющие громадный опыт, и новички. Правда, оригинальных пляжников сегодня в городе практически нет. Все это обычные волейболисты, которые каждое лето меняют класс. Мы играем в классический волейбол порядка 15 лет. Ну вот год назад решили заняться еще и пляжным, потому что волейбол, грубо говоря, это полжизни. Я менеджер по продажам, парница, она работает в налоговой службе. Ну, впечатления максимально позитивные. Куча опыта, куча общения между людьми, куча эмоций, азарт. Среди местных игроков немало призеров европейских и мировых турниров. К слову, попытаться достичь таких же результатов может сегодня любой желающий. Площадка на Кунгасном – это лишь одна из стартовых площадок в городе. На Акатовой 4 площадки очень хорошие. На МГУ хорошие площадки. Одна, по крайней мере, вообще прям хорошая. 2 чуть похуже, но все равно они нормальные в городе. Ну и на Шамуру народ ездит. Но на Шамуре там как бы специальной площадки никто не готовил, просто песок лежит и лежит. До конца лета спортсмены еще успеют встретиться на нескольких турнирах, как любительских, так и официальных. Завершением сезона по традиции станут осенние соревнования на Кубок ректора МГУ. А после пляжники вновь вернутся в классику. Максим Яковлев, новости спорта на 8.